Будем делать Sure. массаж. Ты чё, уснула? Я тебя просто снимаю. Валенки сняла, самое главное, чтобы не быть бабой Егой костяной ногой. Больше их не одевай по квартире, не ходи в них, ладно? Больше не ходи в валенках по квартире. Ну все, пошли. Руки вдоль туловища. Руки вдоль туловища. Сначала шею. Спокойней. Подвинься немножко туда, я присяду. Как ощущения? Ой, как-то... Больно? Как-то неприятно, тут сильно больно. Где именно? Ну, тут пониже воняки, может, там. Шею неприятно, когда массирую? Да, там как-то хорошо. Ты пониже делай, как больно. Больно. Я прям как по камню, как по столу. Вся спина, да, вся спина каменная. Левый, дыши спокойней. Все, 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 прекратил. Дыши носом спокойно. Шумно дыши. А? Шумно дыши носом. А ты что себе делаешь этой машиной? Уши массирую. Уши? Да. Что это? Но мне нравится. Пониже. Подожди, я тебе шейку немножко. Тебя просто... У тебя шея уже просто-напросто прикипела. Ой, ну так, это больно говорить. Потерпи. Потерпи, больно. Хуже бы не было. Не будет. Немножко чуть пониже. Сейчас тебе шею протрясу немножко. Ой. Повернись на другой бок. Голову на другую сторону поверни. Ой. Щекотно? Нет, не щекотно, как прям в голову, в затылок больно. Так нормально? Все равно как-то неприятно, конечно. Больно, да? Да. С непривычки, наверное. А ты на одном месте не держи, а води туда-сюда. Все, вот, понял вот. Тебя. Лучше быть, слушаюсь и повинуюсь. Кто так говорил, помнишь? Че? Кто так говорил, слушаюсь и повинуюсь? Не знаю. Джин. Из этого. Как его там? Старик Хаттабыч. Левое плечо болит. Как ты неприятно. Тяжело. Кирилл, больно. Все, прекращаю. Ты води лучше там в одном месте. Туда-сюда води. Водить неудобно, ты все-таки в этой, в своей кофте. Ну и что ж, она тебя захватывает разве? Ну, просто не скользит и все. Да. Как ощущения? Ну как ощущения? Нравится? Не очень нравится. С непривычки. Тебе ведь так никто раньше не делал? Ну, так кто будет мне делать? А что, у тебя родственников нету? Нет, конечно. Че ты выдумываешь? И в больнице нигде никогда так и не делал. Ну приятно сейчас? Да не больно, приятно. Ну необычно, да? Больно тут вот. Попу больно? А что там?
Ну, чтоб копчик немножко это протрясти, чтобы разгрузить его. Че, смешно уже? Сейчас как это дрыснуть. Не говори так, баб. Ой, спина больно, тут. Поясница больно. Дыши носом глубоко. Постарайся уснуть и расслабиться. Просто дышать в груди тяжело стало. Вот так, Кирилл. Давай руками тогда немножко помну. Ну, давай руками, так это уже как-то неприятно, больно. У тебя спина прям уже, смотри, как эта кожа отходит. Тебя прям ущипнуть можно. Туда этого не схватишься. Каменная вся была, прикипевшая спина. Ты ж только сидишь на диване. Смотри, я тебя спокойно прям защипываю. Такой... А все равно больно. Больно? Да. Ну, а так, тогда помассирую. Разминанием. Нравится? Ну, туда-сюда разведем. Ну, так, нравится? Вниз, вверх, вниз, вот так вот. Так, нет, надо еще. Нет, послушай, мне надо еще и в сторону. Mm. Вот так надо, чтобы мышцы это по всей это как бы амплитуде у тебя расшатались. Mm. Нравится так? Да ничего так. Ничего нравится, так. Мне нравится. Терпи, атаман казаком будешь. Терпи, атаман казаком будешь. Ладно. Интересно, изжога от чего бывает? Ну, потому что у тебя спина тоже, может быть. А? Отделы у тебя не работают в позвоночнике. Поэтому нарушены секреции там это. Как ее там? Изжога от чего же бывает, от изжога-то. Я ничего соленого не ем, кислого вроде не ем. Ну? Все нормально, суп свежий, кашу гречу, все это овсяное, все нормально. А к вечеру как спать ложиться, изжога начинаться. Чего такое, не знаю, прям. Ну, у тебя просто спина костяная, и поэтому сигнал не проходит от мозга. Желудок у тебя не работает, вот в чем дело-то. Понимаешь? Потому что все дело в спине. Не знаю, чего. Ой, не. Ух ты, неженка какая. Ты сама как сказала, терпи? А? Терпи? Терпи, казак, ты товаром будешь. Ну вот. Кирюшка, вот я тебе деньги даю, а ты матери говоришь, она меня ругает за это ведь. Зачем ты ему деньги даешь?